прям в океан. На санках, да? А снег откуда возьмем? Ну там же гора, зачем снег? Ну, главное, чтобы санки были прочные. Да. Ой, делаем передышку, сидим, вот, отдыхаем в таком месте, пальмы здесь кругом. Горы, океан. Сейчас нам надо вон до того моста дойти, и вот за этим мостом еще около где-то 300 метров. Примерно, если все по карте, все правильно. Вот, и будет наша деревня, которая называется Атаго. Атого, Атого. Вот, посмотрим, что за деревня. Должна быть испанская деревня, такая настоящая испанская, но постоянно в этом путешествии какие-нибудь сюрпризы бывают, поэтому я не удивлюсь, если там будет такой очень даже солидольский городок. Ну, я так шутю, конечно, но все, что угодно может быть. Но вообще мы едем. Изначально хотели именно, чтобы не было ни курортных мест, не было ни туристов, не было вот этих всех движений, которые здесь на этих Канарских островах проходят, а приехать именно в такую обычную, настоящую испанскую деревню. Вот. Сейчас осталось до нее дойти, я уже сказал, сколько. Когда дойдем, даст Всевышний, я вам покажу, что там творится. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.